Они здесь заходят, опускаются в воду, здесь выходят, идут в раздевалку, одеваются. К крещению служители Раевского монастыря готовятся основательно. Это место одно из самых популярных среди верующих. В дни купаний монастырь принимает тысячи гостей, поэтому безопасность в первую очередь. Для безопасности здесь сделаны сходни, для того, чтобы люди не могли уйти под воду. Количество желающих совершить обряд очищения растет каждый год. И в этом году служащие монастыря решили увеличить число кабинок для переодеваний. Теперь их 6. Одновременно будут работать сразу 2 схода. В Раевском монастыре уже практически готовы принимать верующих. Завершены работы над ледовым городком, готова и местная купель. С нее остается лишь только время от времени собирать нарастающую корку льда. В Челнах самым массовым местом станет купель на Меликеске возле храма Серафима Саровского. Правда, толщина льда не позволила в этом году установить гигантский ледяной крест. У нас чистого льда 20 сантиметров, 30 сантиметров такой, типа пирога. Проруби, где можно окунуться этой ночью, больше 100. Их подготовили во всех районах республики. Но жители Нижнекамского района в этом году на традиционной купели на Каме не ждут. В связи с тем, что происходит подъем льда ежедневный, было принято решение в целях недопущения несчастных случаев не вырезать Иордань. 103 официальные купели, и на каждой из них этой ночью будут работать спасатели. Более 600 человек личного состава будет дежурить спасатели на этих мероприятиях. Также на каждой купели будет дежурить сотрудник МВД, Министерство здравоохранения, карета скорой помощи. Температура воды в это время года равна 0. На суше и вовсе минус. И подвергать свой организм такому стрессу врачи советуют далеко не всем. Людям с хроническими заболеваниями, с такими как вот сердечно-сосудистых, сосудистой системы, дыхательной системы, мочеполовой системы. Крещенские купания начнутся уже этой ночью и продлятся 3 дня. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Максим Липин. ТНВ, Набережные Челны, Нижнекамск, Казань.